Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Олег Стариков, известный военный аналитик и военный философ на связи. Олег Иванович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Напоминаю, мне досталось 4 тысячи до 50. Пожалуйста, смотрите меня по 300 тысяч. Что тяжело нажать кнопочку и дедушку обрадовать. Я, знаете, я буду рад. 50 тысяч, я от вас всех отстану, буду дальше работать, кстати, на вас. Смотрят 200-300 тысяч, значит, я нужен, правильно? Значит, ребят, давайте так, уважаемые подписчики, давайте удивим дедушку. Давайте, так сказать, ну, понятно, что после 50 тысяч Стариков ни от кого не отстанет, но это важно. Давайте сделаем приятное Олегу Ивановичу, тем более, что сейчас очень серьезный разговор начнется. Олег Стариков, ссылка в описании, переходите, подписывайтесь. Смотрите, я получил за последние дни очень много в своем телеграм-канале, ну, таких отзывов о том, что Шелест, видите ли, против наступления на Курскую область. Вот все за, да, а Шелест против. Я хочу, чтобы, если вы за, конечно, Шелеста переубедили. Почему? Потому что мы с вами здесь по воскресеньям занимаемся тем, что пытаемся заглянуть в будущее, просчитать, понять, определить, что будет, как военная стратегия поведет себя, есть ли черные лебеди, ну, на фронте, фронтовые такие черные лебеди в касках, а если есть какие-то, ну, как предпосылки для каких-то либо, для каких-либо продвижений. И, понимаете, возникает очень много вопросов по поводу этого наступления. Если вначале считалось, что это какой-то отвлекающий маневр, чтобы ударить где-нибудь еще, то сейчас мы понимаем, что это полноценное, полноправное вот такое вот движение в сторону захвата или удержания, или непонятно что, да, вот будет с этими территориями противника. Как вы относитесь к первым результатам Курского похода и что нас ждет дальше, Олег Иванович? Я вот, в принципе, предполагал, что вы будете задавать такой вопрос. И думаю, ответчика я не знаю. Но это будет неправильно, правильно? А потом подписчики скажут, да иди ты и не подпишемся. Да? Поэтому надо тогда говорить. Дело в том, что люди, которые не только прошли начальную военную подготовку в школе или военное дело, обучаясь в военных училищах, академиях, но и которые прослужили больше 25 лет на разных, от тактической, оперативной, стратегической должностях, закончив академии соответствующие разного уровня. Они по-другому относятся. Нравится, не нравится, за или нет, такого нету. Военные всегда планируют. Вот перед тем запланировали, а потом, во-первых, цель какая? Во-первых, цель. Но цель может быть политическая, может быть политико-военная, военно-политическая или военная. Так вот, если брать, исходя, вот если глобально, да, вот методом дедукции, от общего к частному будем идти, исходя из политической цели, это больше цель, то есть политической, войны. Война – это политика, война, не боевые действия, а война. Это больше политическая цель, политико-военная, направленная на, ну, есть разные мнения, потому что еще никто не пришел, одни говорят, президент Зеленский готовится к переговорам более сильной позиции или потом политическое сместить вектор информационного пространства, что Украина все время отступает, а тут мы наступаем. Это тоже есть. Просто войне-то следующее поднять боевой уровень, боевой дух личного состава вооруженных сил Украины. А кто сказал, что у него боевой дух упал? Я что-то такого не слышал. Ну, это, я говорю, как одна из версий такая, да? А также мы сейчас говорим не только на фронте, но мы говорим и в тылу. А в тылу это видят. И раз народ не идет добровольцами вооруженные силы, значит, есть силовой метод. А мы видим силовой метод какой. А он полностью, ну, нельзя сказать полностью, но я не думаю, что поддерживается большинством населения Украины. Именно такой силовой метод. Я мягко говорю. Поэтому здесь, что еще военное? Давайте перенесем войну на территорию противника. Да, это военно-политический метод. Для чего? Для того, чтобы противник сосредоточил, снял основные ресурсы, которые у него есть, например, на Харьковском направлении, Волчанск, да?
или Липцы, и перевел туда. А почему Волчанск-Липцы? Потому что это северное направление, а раз северное направление, ну, Курское направление, это север, отвечает за него группировка «Север», возглавляет ее генерал-полковник Лапин. Естественно, из других направлений кидать не будут, а он должен туда перекидывать. Ослабив Волчанское направление. Значит, мы можем выдавить противника. Потом, если что-то для того, чтобы противник не смог провести третий этап летней военной кампании, специальной военной операции в 2024 году, это я термины Кремля говорю, то есть вооруженные силы Российской Федерации. Для этого необходимо, чтобы он перебросил на угрожающий участок оперативный стратегический резерв. Перебросил их туда или нет? На это я дальше расскажу. В принципе, то, что я знаю, расскажу. Ну, возможно, перебросил. А если он не перебросил, перебросит, значит, третьего этапа не будет. Или он будет слабее. Ну, как пример, Курская битва, да? Опять Курская битва, когда операция готовилась, немцы готовились к Курской битве. Тогда советская армия нанесла за полчаса артиллерийский удар, и тем самым ослабив пыл и наступающих войск. Это тоже это... такое. То есть удар, стратегические оперативные резервы перебросить. Ну вот я вроде бы все, если что-то я и забыл, может быть, я вспомню. Ну, это вот именно цель какая. Цель, хорошо. А теперь реальное выполнение. Да, теперь реальное выполнение. Так, первое. Действительно, для противника этот удар был неожиданный, а можно сказать, ошеломляющий. Это реально. Почему? Потому что в течение 24 часов они не знали, что делать, и сама по себе разведданные, даже генерал Герасимов докладывал на Путину о том, что вот там столько-то тысяч человек зашло, то есть было, категории были от 600 человек до 5000 человек. А это что означает? Это полный провал разведки вот этого северного округа, а если брать только север, ну не северное, а северное направление, это оперативная составляющая, а у России же и к ней грушники работают, военные, то есть полный развал военной разведки, полный провал. Это действительно. Почему? Если бы Путин бы Герасимов не заслушал, они бы до сих пор не знали, что там происходит. Ну реально. Следующее. После этого начали выдвигать какие-то силы. Но по логике войны, по закону войны, такая операция, то есть эта операция, сейчас я конкретизирую, что это за операция. Когда я первые 24 часа комментировал, я говорил, что это специальная военная операция, уровень. Потому что вообще, если больше 1600-1000 человек, это полк. Полк это... А потом уже, в принципе, видя, как разворачиваются события, как идет, разрастается это все, в принципе, это уже реально, это общевойсковая операция тактического уровня. Хотя, я так понимаю, она была задумана на оперативный уровень. Хотя, я так понимаю. Но она тактическая. Почему не получилось? Потому что в течение, когда вот идет пробивание фронта, и самое главное, это в течение 24, 48, 72 часа. Ну, трое суток. Надо пробить, а потом заходят основные силы и все. Штурмовые подразделения, ну, по разным данным, уже три бригады, но это по 3-4 тысяч, ну, 10 тысяч, дивизия, можно сказать, дивизия заходила. То за ней должны заходить основные силы. Зашли они или нет, не знаю, не скажу. Почему? Потому что на определенных участках, связанных с туманом войны, оно вообще-то непонятно, что происходит, а диверсионно-разведывательная группа наша выдвигается на большие расстояния. И вот возникает вопрос. Зашли на плацдарм 5-10 километров, а ДРГ ушло на 20 километров. И вот это создается мнение, что заняли, вышли на оперативный простор. А там ДРГ, ну максимум там 6, ну 8 человек, ну 14. Ну, одна машина с десантом, да, страйкер, там, БМП и тому подобное. Это первое. Второе. Поэтому я и говорю, общевойсковая операция, тактическая уровень. Второе. Значит, очень прекрасно работает силы спецоперации.
прекрасно работает, и ГУР, и почему? Потому что сразу же на и планировщики, когда планировали, значит, они предусмотрели все, что связано с диверсионно-разведывательной группой, перекрытию каналов связи, полностью работа РЭП, помощью ИПСО, прекрасно работает. ИПСО прекрасно работает. Я как пример скажу, что сейчас идет срач между военблогерами и генеральным штабом Российской Федерации. И кто виноват и подобное. Это один из элементов работы нашего ИПСО. Это я так профессионально. Это высочайший уровень, сразу говорю. Это высочайший уровень. Но это, опять же, для того, чтобы рода войск, войны не выигрывают. Войны выигрывают виды войск. Вот сухопутные войска. Так в итоге зашли две общевойсковые, одна десантно-штурмовая бригада. Да? Так вот, общевойсковые, это сухопутные войска, они должны занять территорию, сейчас окопаться. Где окопается? Как им даст противник? Теперь, что есть сейчас у противника? Естественно, почему мы пробили? Ну, потому что реально границы там нету, там никакой обороны нету. Теперь вы меня спросите, а будет, возможно ли на другом участке? Возможно. А возможно ли противник ударит? Возможно. И какой это был удар, вот это, о чем мы сейчас говорим, первый удар, то есть основной удар, второстепенный или отвлекающий, неизвестно. Потому что, по всей видимости, будут, должны быть по логике, должны быть еще где-то удары. Будет это большая тактическая операция перерастать в оперативную, для этого необходимы удары с других сторон. Есть это или нет, не скажу. То есть я скажу, как оно должно быть, а как будет ли вводиться на других направлениях и не скажу. Насколько я понял, вот видите, президент Зеленский вчера же провел ставку, и он там он говорит, но он для знающих людей это понятно, а для всех не знающих, ну то есть кто не понимает, что это такое, он сказал, что не там из всего, что он говорил, для знающих людей, понимающих. Он говорит, не, у меня на постоянной связи главком генерал Сырский. А что это означает? А я вам скажу, что означает. Во-первых, было создано, согласно нашей военной доктрине, согласно построению, ну то есть всей военной организации, мы можем создавать оперативные подразделения на отдельных участках. То есть мы создали вот временное оперативное командование, его возглавил, я так понял, главком его возглавил, и он, у него есть свой штаб, у него есть свои подчиненные части, и он ему, главком, верховному постоянно докладывает. Так вот, он что он ему постоянно докладывает? Не знаете, вот отвечаю. Знаете, прошу, почему? Теперь сам же отвечаю. Потому что принимается решение, что вводить ли основные силы или не вводить. Так вот это самое основное. Потому что, опять же, есть еще одна версия, еще раз говорю, одна версия, о том, что якобы все это Россия знала, они сделали таким способом, сделали ловушку для нас, и теперь нас будут... Если тоже такая версия ходит, да? Да. Поэтому в чем самая опасность? Когда входит такая, ну, по крайней мере, группировка тактического уровня дивизии, самое опасное, чтобы не ушли быстро передовые части от линии снабжения, от логистики. Самая основная проблема для агрессора, когда он входил в нас, вот он растянулся этими кишками, мы обрезали все логистику, и он, как бы они там ни рассказывали, но они были вынуждены выйти или их просто уничтожили. Сейчас у нас вот эти стрелки, если смотрим карты, да, вот там стрелки, туда вот кишки такие, этих легко отрезается, потом это все уничтожается. Поэтому вот он и докладывает, водить или не водить, докладывает, что какое решение будет принято. Поэтому, по всей видимости, заканчиваю, по всей видимости, было принято решение вот и большую операцию оперативную перевести в тактическую, но сделать несколько тактических. То есть разбить ее на малые тактические. И сейчас в ближайшее время должно быть где-то еще какой-то удар. Возможен какой-то вход. Потому что ДРГ уже заходила, там я в эти села-то, запомни там эти села в Сумской области, там они все маленькие в Курской области, там заходила, потом вышла, и это само по себе не очень, ну, они проверяют, проводят разведку боем. Сейчас основная задача окопаться, инженерная техника зашла, теперь какая цель? То есть цели достигли, вот теперь цели.
Военная цель, она в итоге, сейчас противник что делает? Ну, по разным данным, до 10 батальонов уже перебросил ресурсы, 10 батальонов. Теперь отвечаю, какую мы цель якобы ставили. Что он будет снимать оперативный стратегический резерв. Пока не ясно, снял он или нет. Но 10 батальонов туда перевел. Из числа северной группировки, Купинской группировки, южной группировки, это Днепр. Южный, но это же далеко надо вести, но я так думаю, перебросили. И то есть где-то 10 батальонов. 10 батальонов это то же самое, 3, ну это... 6-7 тысяч человек, ну, в зависимости, какие батальоны. То есть наших зашло 10 тысяч, а они для выдавливания 6. Значит, что означает? Или еще подбросят из числа резерв. Но пока стратегические резервы, я так понял, еще не перебрасывают. А может перебрасывать, может быть, что-то не знаю. Второе. Политический успех достигнут? Достигнут. И самое главное в политическом успехе достигнут психологический успех. Психологическая победа достигнута. Достигнут. Но теперь самое главное. В войне самое основное не только хорошо воевать, но вовремя воспользоваться результатами победы, даже психологической, политической. И сразу же принимать решение по решению вопроса войны и мира. Так вот, мы один раз прозевали это тактически нашу победу в Стамбуле, второй раз прозевали осенью 22 года Харьковская и Херсон. Тогда мы могли вести переговоры, и было бы на наших все условиях. Сейчас есть третий вариант, тоже можно договариваться. Опять же, 10 тысячами человек, то есть дивизии, решили задачи стратегические. Но если, как всегда, мы все это... прозеваем. А я вижу, что прозеваем. Почему? Потому что эйфория, шапка закидательства, которой я уже 3 года вот критик, вот эта эйфория, я вижу, заполнила мозги и умы тех, кто принимает решение. А раз оно пройдет, я так думаю, эта эйфория уйдет через неделю, 2, 3, 4. Оно уйдет. И обратно мы можем оказаться в той ситуации, которая сейчас есть. А теперь к чему мы можем оказаться? Последний тезис. Я вот, готовя сегодняшней передачи, посмотрел сводки по всей линии фронта. Ну, надо же посмотреть, да? И смотрю на Купинско-Лиманское направление, южный фланг Купинска. Противник за сутки прошел по ширине 8,5 километров и в глубину 3,5 километров. Такого прохождения за сутки еще не было. Да, это очень много. Это Стельмаховка, да, Стельмаховка и Берестовая, если память не изменяет. Это первое. Это там до реки... тот вылетел из головы. Оскол. До реки Оскол осталось Небровая, там для того, чтобы перерезать именно Купинск, отрезать от юга. Второе, южно-донецкое направление, Константиновка, да? Красногоровка 80% уже заняли, начали переходить на оставшуюся часть. И Константиновка, вот в том районе, тоже где-то прошли вот примерно там 3,5 по ширине, 2,5 по глубине. Это перерезает трассу, связанную. Константиновка, это Новомихайловка, потом Константиновка, это вот туда, опять же, перерезает, связанные с 40-дными трассами группировки, южной группировки и центральной, нашей группировки. А это очень опасно. Это 40-дные трассы, это трассы обеспечения, это без этого обеспечить логистику очень тяжело. Поэтому, опять же, в войне надо смотреть весь контур, все, что есть. Потому что не очень... Посмотрим, как завтра Путину будет докладывать Герасимов. Посмотрим. Это, кстати, очень интересно. И посмотрим, я обращаю внимание зрителей, посмотреть на их лица. Сначала первый раз, когда Герасимов докладывал лицо Путина, как он смотрел на Белоусова, да, как Шойгу сидел такой, Белоусов, и директор ФСБ сидел. Я говорю, у директора ФСБ
в подчинении департамент военной контрразведки, да, ну, типа, СМЕШ. То есть он смотрел головой, мотал, что делать, да, когда его уже арестовывать будем, да, вот посмотрим, а у Путина лицо было такое, я ни разу такое лицо не видел, ни разу такое лицо не видел. Посмотрим, как сейчас будет. Если лица поменяются, значит, ситуация, туман войны, они там уже тогда разобрались, тогда будет ясно, что реально происходит. И последний тезис. А вот сейчас прошло 5 суток, 90-40-72, 96 часов, вот прибавляем 24, да, 120. В итоге само по себе динамика приостановилась. Я не говорю, что она остановится, она и должна остановиться. Просто невозможно. 5 суток это самое основное. Потом логистика должна подтягиваться, артиллерия. Если мы что-то заберем, надо уже идем дальше. А оно остановилось. Дизель надо подвести, правильно же? Еду надо повезти. 5 суток, на 5 суток есть сухпай. А потом через 5 суток надо и горячую пищу поесть. Если кто-то думает, что солдаты это у нас робокопы там, да, или не едят они там, Рэмбо, там такая первая кровь. Ну, попробуй 5 суток пожри, блядь, сухари и тому подобное. Что у тебя с желудком будет? Ну, ладно, это отдельная тема. Да, это... любят вас да. За эти сравнения. Нет, это, я почему говорю, это человек живой, ему выспаться надо. Ему при этом 5 суток он пахал, ему сутки спать надо. Спать надо, ему нервная система. А раз он объясняет, если он не будет спать, не будет есть, он потеряет... рефлекс самовыживания, инстинкт самовыживания. Ему уже тогда будет по барабану, а раз по барабану, очень просто будет его уничтожить. Я вот к чему говорю. Я жалею, я солдат жалею, чтобы не попали, чтобы это выполнили задачу, а в итоге были окружены и уничтожены. Я про это говорю, чтобы они все в итоге пришли все живые назад. Олег Иванович, смотрите, есть много дополнительных вопросов, и вы понимаете, что их действительно много, но я переметнусь в Беларусь. Что за игры с беспилотниками на белорусской территории? Сейчас белорусы показывают технику, танки, которые выдвигаются к украинской границе. Кажется, если без Беларуси смотреть, то, конечно, да. Там оперативный, тактический успех, там политический, там заход, вот это... Но если вот присовокупить Беларусь, то получается очень невыгодная история именно для вооруженных сил Украины с этим заходом. Я о чем? Я о том, что мышеловка может захлопнуться резко, быстро и вместе с белорусами. Что думаете? Ну, это один из вариантов, который должен просчитывать Генеральный штаб. Перед тем, вот как планирование шло, Генеральный штаб должен все варианты просчитывать. Поэтому не зря же в СМИ, ну я понимаю, может быть, журналисты там и выдумывают, но якобы Зеленский там давил на военное командование, ну что же читали, давил на командование, командование военное упиралось и тому подобное. Вот я поэтому постоянно докладываю Цирский Верховному. Для чего? Для того, что в случае чего сразу же вышли. Вот они для этого докладывают, я же объясняю еще раз. Но опять же, вот теперь вы правильно обратили Беларусь. Значит, там находилась группировка, ну, порядка, именно силы прикрытия госграницы, именно силы обороны. Погранцы границу охраняют, а военные и Нацгвардия ее обороняют, то есть сооружают. Да? То вот где-то группировка, ну, должна быть корпус, два корпуса, ну, до 30 тысяч человек, ну, примерно, да? Смотрите, Лаев говорил, что по северной границе у нас 100 тысяч. Ну. Нет, 100 тысяч, какие 100 тысяч? Ну, 100 всего. Тысяч нет, а вот... Нет, ну всего, если брать километров 500, это там... Не-не, это... имеется в виду от Луцка там до Чернигова, ну вот. Это много, нет, это не это максимум там корпус, максимум корпус может быть 40 тысяч. Это дело в том, что он говорил, может быть, если брать по частям штатное наполнение, но не 100% штатного наполнения нет, всегда... 78%. Кстати, если 60% наполнения, часть ограниченная боеготова, она не боеготова. Это не боеготова, она выводится. Поэтому ее надо наполнить. Я так думаю, там корпус был и, ну, может быть, чуть-чуть больше. Поэтому в итоге, а корпус что такое? Это 30 тысяч, 10 бригад. Мы про 5 уже говорили. Мы же говорили про 5. Значит, есть еще где-то 5. 5.
А теперь граница, я ж не зря ж про украинско-российскую границу со стороны Чернигова и до вот, Белоруссии говорил. Она там, там в любой момент может, там, там ничего нету, там нет войск, ни наших, ни там нету войск никого. Ну а кто был в Сумской области, то знает, что там леса, я прекрасно, я в свое время обслуживал воинские подразделения, которые мои, которые находились в Сумской области. Я туда ездил, Глухов, там, Ровны, Сумы, там, Ахтырка, что там у меня часть, я, Сумская область, там она такая своеобразная. Я туда, я все это с погранцами там общался, и, то есть и военными контрразведчиками, я примерно представляю, что там такое. Поэтому там и соответствующий рельеф, там соответствующие леса, там, там очень легко все спрятать. Вот оно легко спрятать. Поэтому а вот задача, то есть стратегический прокол Российской Федерации, что они посчитали, что мы сосредотачиваем войска не для решения, не для атакующих действий, а для того, что, что мы боимся, что Россия на нас нападет. Помните, я на всех передачах говорил, что линию фронта будем расширять? Помните, говорил, расширять, качели, чтобы меньше. Вот это ну, то же самое сыграли какую-то определенную роль в рамках дезинформирования противника. Ну, противник в это дело поверил. Ну, на войне это путь. Хорошо, Олег Иванович, Беларусь. Вот, объясняю, последнее, это чтобы объясняю. Но то же самое опасность, если для нас. То же самое, они могут то же самое расширить фронт. Им нам придется вот эту группировку, уже говорите, я же сейчас не про Беларусь, в другом месте они зайдут, то есть, например, зайдут и начнут нам давить. Нам придется войска, а может быть они могут в тыл зайти, вот наши вот этой группировки. Следующее, со стороны Беларуси, по разным данным, 1014-1019 километров границы, она, в принципе, заминирована, все это разминируется. Это, там вообще ситуация такая, что диверсионно-разведывательные группы зайти могут в любом количестве и тому подобное. Но там вопрос такой, если, насколько я понимаю, раньше не обращал, не знаю, почему не обращали, или мы так делали, беспилотники пускали через Беларусь. А сейчас что-то на это молчали. Я тоже, мне было интересно, что молчали. То есть они пропускали. Они потом летели туда, там, в Смоленскую область, вот туда на Вербу. А потом раз, и вот сейчас он заметил. И в том начал подводить войска. А раз начал подводить войска, значит, с войсками могут подойти под... То есть белорусы подойдут, а вместе с ними подойдут и штурмовые подразделения Российской Федерации и с той стороны. Оттуда надо сразу же перебрасывать. Попробуй туда перебрось. Это же этот движняк, который он затеял, это то, что сдерживает наши, с учетом их союзного государства договора, ему сказали, чтобы сдерживать вот эти 5 бригад, чтобы не посылал в основные силы. Вот, по всей видимости, это логика политическая. А потом я бы туда направил, то есть через север, так же самое, заходить там большими группами диверсионно, то есть, диверсионные группы это 15 человек максимум, тут может несколько заходить для того, чтобы, а с другой стороны, можно даже написать и десантников, а я бы на нашем месте то же самое бы обратил внимание на контроль, чтобы противник с той стороны не зашел и не застал нас врасплох. Та граница сама по себе, я говорю, мы в понедельник увидим, что реально происходит, что оно будет видно. Как при докладе, оно будет видно, какие вопросы будут, что реально происходит. Мы увидим, что не запланировали, 6, даже 10 тысяч бросить для того, чтобы нас выдавить оттуда 6 тысяч, так и нас там 6 тысяч. Так они ж не 18 бросили, а 6. И в 3 раза больше, а 6. Значит, все считают. Вот они же трое суток считали. Олег Иванович, смотрите. Я задам вопрос прямо. То есть удар со стороны Беларуси на Луцк, Ровно, Житомир. Это абсолютно тогда спутает карты.
Ну, в войне, опять же говорю, генеральный штаб вооруженных сил Украины должен это все просчитывать. Теперь главное управление разведки должно направить все свои ресурсы, все свои силы, все свои возможности для того, чтобы выявлять накопление противника, накопление войск на украинско-белорусской границе. Они должны следующие. Так же самое на остальных участках российско-украинской границы. Там ведь граница большая, говорю, на остальных участках может быть. Поэтому, еще раз, возможно, для того, чтобы тебя не застали врасплох, как мы россиян застали врасплох. Да, они любят на грабли наступать, они такой метод. Но после того, как реально 6 августа неожиданное для Российской Федерации заход украинских войск на территорию, перенос войны на территорию Российской Федерации, это было реально пощечина там. Ну, насрали на голову Путина. Это реально так. Это да, это так есть. И весь глобальный юг сейчас смотрит, что будет. Они молчат. Вы же видите, все они молчат. То есть в политическом плане, да, я же сказал, в чем мы выиграли. Мы победу одержали уже. Это надо воспользоваться этим. Воспользоваться для чего? Ну, Олег Иванович, ну мы же все-таки видим картину. Но переговоров не будет. Это уже мы понимаем. Будет война. Еще раз повторяю. И самая большая проблема у нас, у нашей власти, это эйфория и шапка закидательства. Я же сказал, я же вижу, что обратно началась эйфория. Вот я же говорю, да, надо же рассуждать с холодной головой, а не с эмоциями. Вот эмоции, вот мы сейчас, русня, блядь, мы там это, тут бегают. Вы читаете, что происходит. Надо же холодной головой на это все смотреть. Войне не бывает. В войне делается так, чтобы противник всегда пытается вывести из себя противоположную сторону. Это задача его, как с помощью разведки, как с помощью провокации, чтобы вывести, чтобы пошла эмоция. Когда раз пошла эмоция, значит, человек не думает рационально, он думает эмоционально. У нас ведь все эмоционально. У нас эмоции. Мы такое впечатление, что мы не в Украине живем, а в Италии. Или в Испании. Там. Да все на эмоциях. Так мы в Украине, мы же северный народ. Ну, южный, но все равно северный. А у нас все на этом, как латиноамериканцы тут такие. Вот такое все. Уже задумайтесь, сядьте голову полотенцем холодным, под холодный душ, посидите, подумайте, не слушайте этих, которые бегают там, 7 самураев или кто там, 8. Задуматься надо. Как использовать то, что мы сейчас получили, как используется в политических целях. А то, что насрать, ну хорошо, я так думаю, через определенный месяц, то есть месяц-два, все возвратится назад. Возвратится назад. Невозможно держать плацдарм. Еще раз скажу контрреволюционную вещь. Невозможно нам удержать этот плацдарм. Невозможно. Он все равно будет оттуда выдавлен. Сколько человек погибнет? Много. А теперь задаю вопрос. Вот вам, как журналист. Помните, вы меня спрашивали про Крымки? Да. Для чего там они были? А я говорил, была какая-то стратегическая цель для того, чтобы удержать группировку, 50 тысяч, да, люди гибли. Мы в итоге 3 тысячи человек, которые там сдерживали, и многие из них погибли, ранены, сдерживали такую группировку, нарушали стратегические задачи. Теперь, противник, я же говорю, покаяние, может быть, оно уже пошло, но на следующий раз, я думаю, я скажу. Я же сказал, бросает ли он стратегические ресурсы? Да не бросает, он бросает только ближайших направлений. С Купинска бросил, а южное Купинское направление, сказал, продвинулись на сколько километров. То есть идут, Покровское-Торецкое направление, идут. Это же я тоже ж не говорю. Идут, километр, два, идут очень быстро. Там кризис, Покровском-Торецком направлении, кризис. Тактический кризис. Он, не дай бог, перерастет в оперативный. Потом в итоге что появится? Вот смотрите. А теперь для тех, кто разгоняет зраду. Любители разгонять зраду.
Сейчас радуются бегать, радуются, все. А через две недели окажется, что не дай бог, не дай бог, в войне все бывает. И тактический кризис станет более тактическим. Просто я боюсь, я слова это материально, не дай бог они, ну, вопрос конторецкого направления. И раз, и дойдут до территории Днепропетровской области. Что будут орать вот эти долбни, которые бегают и кричат, что вот там-то, там-то. Почему не вы туда резервы не кинули? Зачем вы туда резервы кинули? Почему туда не защитили? Это что, не будет? Будет. В итоге теперь. А теперь в итоге. Современные войны, это не только войны, вот раз с шаблями там пришли, повоевали там, с мечами там это все. А теперь... Самая теперь наша главная задача не дать Путину вот наш успех превратить в свой успех. Свой успех. Во-первых, он сейчас они мне очень, как сказать, я так вздохнул, когда он сказал, что это провокация Украины. Вздохнул. Если бы они начали говорить по-другому, типа отечественная война, там вот это все. Ну, не отечественная война. То и начнут крутить, то добровольцы будут стоять в очередь. Напали ж на территорию. Надо ж, они ж, я ж, вы что же мониторите? Я мониторю. Немцы. Они нас называют немцами. Немцы. Сейчас раскрутят. Немцы пришли, все, немцы. А некоторые наши эти идиоты полезные кричат, что техника есть, а техника. И сразу говорю, а немецкая техника есть. Все, это ж накладывается друг на друга. Это называется полезные идиоты. Я скажу, да ты зачем это говоришь? Потому что я говорю, это дураков не пускайте в телевизор. Скажут, о, немцы, в кавычках, и эти, как его. И, а значит, все, пошли в очередь. Добровольцы. Раз, добровольцы, пошли воевать. А наша задача, вот подоляк вышел, Россия будет проводить мобилизацию. Так они без мобилизации добровольцев соберут. Без мобилизации. В России произойдет внутренний бунт. Какой нахер внутренний бунт? В России произойдет сплачивание вокруг Путина. Сейчас увидите, как они это перекрутят. Это что, не может быть? Так вот, я же к чему говорю. У нас есть неделя для того, чтобы мы воспользовались нашей политической и психологической победой. Вот сейчас я говорю, знаете, а у меня этот, слова из фильма ДМБ, да? Что, солдат, ссышься? Ссусь. Ничего, я ссусь, и командующий писается. Мы твой недуг в подвиг превратим. Направим тебе десант. Там еще и сраться будешь, да? Поэтому, ребята, воспользуйтесь этим. Не знаете как, спросите умных людей. Не, пузырец, идите там в пузыре, ничего не понимаете, что происходит. Подскажем, людей-то у нас очень, генералов много, которые закончили... Академии с отличием, Олег Иванович, которые знают, как это все воспользоваться, как реализовать. Да, Олег Иванович, смотрите, я хочу, ну вот такой, как бы, ну, если так подытожить эту тему с Курским сражением, я хочу еще такой аспект привнести. Так а F-16 где? А ПВО мы туда тянем, в Курскую область? Не, ПВО есть. Хорошо, объясняю. Мы, еще раз говорю, планировщики запланировали на высочайший класс. Во-первых, тактику пробивания обороны. Хотя она не очень там, но тактика прекрасная была. Подошли, систему РЭП, значит, направленного действия, полностью подавили вот оперативные их беспилотники, в том числе вот ланцеты, то орионы десятые. То есть противник реально в течение 3 дней, они вообще ничего не видели. У них связи не было. Связь была только по проводам, а по цифровой ее не было, мы ее все заглушили. В итоге, когда пробивали, РЭП вперед поставляли и все глушим. Понимаете, глушим, да, но я же говорю, дальше нельзя заходить, потому что оторвемся от логистики. Это первое. Второе, значит, информационное, психологическое, я уже рассказал, это тоже было нормально. Что-то у меня... Но... Смотрите, я же почему задаю этот вопрос, Олег Иванович, я к чему веду? То есть, если мы туда бросаем... силы, ресурсы и резервы, то ПВО прикрытия не хватает для других направлений. Это же логика.
ПВО, резервы, мы там туда передислоцировали и увеличили количество ПВО тактического уровня. Не стратегического, а тактического. Почему противник не работает на штурмовых вертолетах и на самолетах, штурмовиках? То есть все преимущество, которое у нее есть, основная проблема, которая была у наших войск в 23-м году летом, когда шли на Работино, там, Ореховское направление, это было использование противников штурмовых вертолетов, которые полностью разбивали наши колонны. Сейчас мы эту, как его, заглушили полностью. И с помощью тактического ПВО, сколько, 3 вертолета, уже 3 было, сейчас 4 сбили. А там попробую, это в лоб сбили. То есть получается, он ведь вертолет видит все. Ну, то есть он когда по нему стреляет, он видит. А это били лоб, он даже не увидел. А 52-й, БК-52, он, ну, там хороший у них штурмовой вертолет. А это значит, что в лоб? Это значит, диверсионно-разведывательная группа находилась рядом где-то. То есть выдвинулись. То есть спецназ именно работает прекрасно. Но спецназ не... Пехота. Вот ПВО-то зашло, а теперь что будет делать? Теперь противник будет делать все возможное, чтобы разрушить наши основные силы, это связанные с системой управления. Посмотрим, что они туда подтянут. Посмотрим. Они сейчас что-то же должны подтянуть для того, чтобы выиграть. Мы сейчас выигрываем войну в электромагнитной сфере на том участке. Выигрываем. Но противник все-таки сейчас думает, как это все локализовать. Посмотрим, сможет у них, получится у них или нет. Давайте о гражданском, военно-гражданском секторе. Говорят, что резерв плюс станет ТЦК в электронном виде. Там комиссии, все. Задаю этот вопрос не первый раз, ну, не первому эксперту. Мне интересно ваше мнение. Сейчас те люди, которых насильно удерживают ЦК, ловят, крутят, ну, каждый день видео, вы тоже видите, наблюдаете. У них появился определенный справедливый, ну, это на мой личный взгляд, справедливый аргумент. Ну, как бы, я-то, конечно, может, ухылянт не украинец, это такой новый тренд. Но на Суджу отправляться не хочу. Понимаете, как изменилась война? Вот самый главный вопрос. Потому что одно дело, когда мы обороняемся, там, пытаемся забрать свои территории, выдавить противника, это вот такая справедливая в умах всех война. А другое дело, когда мы уже атакуем территорию чужую, удерживаем чужую территорию. Насколько это меняет вообще стратегию работы, ну, условно, Минобороны с населением, ТЦК с людьми, общество внутри? Ну, в течение первого года войны была одна информационная повестка, а потом стала другая. После чего и добровольцев, поток добровольцев прекратился. Ну, в принципе, он прекратился. Почему? Потому что этими вопросами должно заниматься государство. Ну, они занимаются чуть-чуть, они, я говорю, власть, занимаются чуть-чуть, пошли в другую сторону. А другая сторона, я начальник, ты дурак, тут все, я типа, всех через колено и тому подобное. Ну, всех через колено не получится, потому что мы попробовали, что такое свобода и свобода слова. Мы сейчас у нас самоцензура. А когда самоцензура уже не будет, то есть когда не будет и военного положения, все, это все бумерангом прилетит тем, кто пытался из населения сделать, то есть не чтобы люди шли не добровольно по зову сердца, а вот то, что делается. Я, кстати, считаю, что то, что делает ТЦК, это полностью снижает уровень боевой готовности вооруженных сил Украины. Кстати, мне гражданское население
То есть граждане меня знают, там, военный философ. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Кстати, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Они говорят, а потом говорит, а вот ТЦКшники. Говорит, делайте так, чтобы их вывести из состава вооруженных сил, и у них чтобы форма была другая. А это что, украинцы, говорят, форма другая. Это понимаете, что это означает? Да? Это как они уже, как украинцы, это Украина центральная, то есть это Украина, это не и восточная, не западная, но центр, ну, центр Украины. Вот такое говорят, типа, перейдите в другую форму. Поэтому это все, что это направлено на дискредитацию. Ну, а другое, что будет... Сейчас. Хорошо, вот так отвечу. Войны, еще раз повторяю, я уже в этом эфире говорил, еще раз повторю. Войны выигрывают виды войск, а рода войск войны не выигрывают. Так вот, эта операция, которую я сказал, она общевойсковая, но основную роль там играет силы спецоперации, то есть рода войск. Само по себе данная операция направлена не на освобождение наших территорий, а на решение политических, политико-военных задач, о чем я говорил в начале нашего выпуска. Поэтому само по себе для того, чтобы задачи были выполнены, осталось у нас немного дней, о чем я опять же постоянно говорю. Дальше это может привести к, ну, к тому, что уже повторяться не буду. Ничего особо, опять же, силами спецопераций, спецназом противника отсюда не выдаешь. Олег Иванович, только... вопрос глобальнее был. Вы его поняли, но вы что-то не хотите отвечать и повторяете вышеизложенное. Извините, но давайте смотреть прямо. Война поменялась. Я же говорю, война поменялась. Война превратилась из общевойсковой, война превратилась в спецвойну, проведение война с специальными силами. Я ж по это... Война, общевойсковая война, это выдавливание, освобождение территории. Олег Иванович, вам нужна суджа? Вот вы украинский офицер, вы, ну, как нет, бы человек. Мне она не нужна. Курск. Мне чужое не надо. Отделение почты в суджа. Не знаю, там украинский флаг, который там ставят. Вы же видели эти тоже кадры, да, там в каких-то селах. То есть это вообще, это нужно? Еще раз повторяю. Я ведь уже 40 минут, уже 50 минут рассказываю, что само по себе данная операция направлена не на политическую составляющую, не на военную, не на освобождение захваченных территорий, оккупированных территорий, а для решения каких-то других задач. Почему-то решили, что если захватив Суджу и газоперекачивающую станцию, то Путин, зная, что чтобы он не ушел с этой газовой иглы, он пойдет на переговоры. Да нихера он не пойдет. Кто это придумал? Так он еще сам сюда и ракету запустит и разбомбит. И все дела. А все пойдет совершенно по-другому. Это кто думает, они не понимают, как работает газовый рынок. Рынок газовый работает по-другому. Страны, в двух словах, те страны, которые поставляют газ, посмотрите по балансу. Там в большинстве из них есть 10-15-20% российского газа. Хотя он Норвегия, Катар, Алжир. Там нету рядом России, нет рядом труб. Но там российский газ идет. Почему? Потому что совершенно другой рынок. А Россия под видом Катара, под видом Алжира, под видом Норвегии газ гонит в другую сторону. Это что, долбодятлам надо быть, чтобы это не понимать? Так они сами это разрушат. Вопрос ведь другой. Мы таким способом потеряем миллиард долларов трубы, да, которые... Они ничего не потеряют. И нам еще, нам еще не будут поставлять. Ну, да я же о чем и говорю. Ни электроэнергию, ни дизель, ни газ реверсом. То есть мы сами теряем. Я же про это и говорю, что планировать надо не сколько в военном, а сколько... не сколько в войсковом, а сколько в военном плане. К чему это все приведет? В России бунт будет, блин, бунт будет.
Путина скинут, так Путина скинут, придет еще такой, блядь, что мало не покажется, начнет ковровые бомбардировки делать. Еще и бомбу бросит, и тактическую. Там только сумасшедших, что, блин, посмотрите. Там пишет постоянно один, что он говорит. Бомбы по нам кидать. Он бы по нам эти бомбы кидал. Там и газ вот, и с иглы бы. Это все другое, это совершенно другое. Путин договорился, все, что связано Индией и Китаем. Это все туда пойдет. Индия, Китай через 10 лет станут, Китай вообще станет 2035 году, нет, 2027 году у него по решению 20-го съезда КПК он должен догнать по ВВП Соединенные Штаты Америки. А с учетом тех ресурсов углеводородов, он их догонит. А Индия через 5 лет станет, войдет в пятерку самых богатых, то есть самых высокоразвитых стран мира. Газом, нефтью и тому подобное. Какой там углеродная нейтральность? Какая бы херню какую-то несут? Олег Иванович, Сырского, если что-то пойдет не так в Курской области, уволят? Это прям отдельная дискуссия. Вот, да, это вопрос, над которым я постоянно думаю. Почему? Потому что я противник. Я не за Сырского, не за Залужного. Я сторонник того, что если назначаете 48 месяцев, перед тем, как назначать, надо проверять 48 месяцев снятия с должности. Невозможно. Я сторонник этого. А так, что выполнил, не выполнил, нет, это не пойдет. Вот поэтому он и докладывает Верховному. Поэтому он сказал все угрозы. Еще ведь есть страшная вещь какая. Помните, я сказал, большую операцию разбить на несколько тактических. Есть еще такое понятие, как контратака на плечах. То есть, если была большая, то есть оперативная, противник собрал силы, оба на и пошел. А если у него получилось бы, и на плечах еще бы зашел и занял бы еще нашу территорию. А для того, чтобы это не было, разбили на тактические штуки. Чтобы раз в одном месте не получилось, хорошо, раз потихонечку. То есть я считаю, что Генштаб, вот эти все угрозы, которые есть, он, так, по крайней мере, знает и продумывает. Это хорошо, что продумывает все плохие варианты. Потому что военные, сразу говорю, военные думают о самом плохом. Вот когда они планируют, они думают о самом плохом, что только есть. Имеется, к чему это может привести, если не получится. А гражданские думают, что это все херня, сразу мы победим. Да? Вот и поэтому смычка военных и политиков должна приводить к какому-то срединному варианту. Ну, у нас, я так вижу, по крайней мере, генералом Залужным так не получилось. Но генералом Сырским, если на постоянном контакте, может быть, он ведь не сколько военный, сколько политик. Ну, такой уровень, это он уже политиком стал. Он генерал, но политик. Сырский. Поэтому, да, генералы, вот когда полковник, это военный, там полковник, там бригадный генерал еще военный. А когда ты уже становишься генералом, это ты уже становишься больше политиком. И чем выше должность, тем ты больше уже вот переходишь. Уже в академиях на оперативно-стратегическом уровне, там уже не обучают, как вести бои там с фронтами и тому подобное. Там обучают, если ты ведешь войну, к чему оно приведет. Вот чему уже там больше политическое составление. Сейчас там оперативно-тактическом, там воевать, как вести там и тому подобное. А там совершенно по-другому уже учат. Там уже политики лекции читают, как необходимо общаться. Кстати, вот последний «Черный лебедь» проходил Александр Александрович Мороз. Я, пообщавшись с ним, и вот один так вот, это глыба, это действительно выдающийся деятель современности. Уходит. Он уходит. Смотрите, да, это мода на интеллектуалов, государственников, там каких-то с взглядами. Общаться с ними, представьте, каким человеком именно пообщаться. Никому не нужен. Извините, я цинично. Я цинично, никому не нужен. Да. Его знания, умения, опыт, никому нахер не нужен. Никому. Да, я тут с вами полностью согласен, и, ну, вот такое время, да, вот не нужно, абсолютно все равно. Друзья, если... Ленин, 1917 год, большевики ленинцы, пришли, весь мир насилием разрушим до основания, да, так, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем. Блин, миллионеры уже, квартиры покупают на Печерске, шо оно такое, блин, а вон квартира, она два слова связана. Пишется ошибками, а воно уже
Да. Друзья, пожалуйста, если вам нужны знания, нужны как бы взгляды, нужна правильная, выверенная информация, подписывайтесь на Старикова, ссылка в описании. Александр Шелест, тоже YouTube-канал, телеграм-канал Шелест, все к вашим услугам. У меня финальный вопрос. Мы сегодня, видите, как сфокусировались там на понятно, ну, это по-другому быть не могло. Курс, да, главная тема, и понятно, что время идет, и нужно понимать, просчитывать, что дальше. Но на самом деле еще одна большая глобальная тема. Я хочу, чтобы в конце вы тоже о ней высказались, Илья Иванович. Почему Иран не бьет по Израилю? Вот это еще одна версия, которую вот мы про курс говорили, кто-то там выдумал, но она может имеет право, но все версии имеют право на жизнь, как конспирологическая, о том, что Иран, если бы не ударил по Израилю, то есть если бы не ударил в то время, то есть до 6 числа, что бы получилось? Получилось бы, чтобы Иран потерял лицо. Они же подняли Красное Знамя, там джихады и тому подобное. А кому бы это? Война, это на Ближнем Востоке, это все. Ну, это реально была бы мировая война. Реально. Сюда к тактическим ядерным ударам. Ну, в общем, что тут говорить, это страшная вещь. И якобы, я говорю, это версия, якобы американцы сделали так, чтобы информационное пространство было нацелено, и Украина вошла на территорию Украины, и все поменялось, информационная сфера. Процентов 25 в этому верят. То есть то же самое, такая конспирологическая версия. А почему не ударят? Потому что теперь уже более-менее к реальной политике, которая есть. По всей сейчас Иран не готов к войне большой. Вот они ж персы, они ж это цивилизация, это ж тысячелетия, они ж, я ж всегда ж это царь, все же рассказываю, как воевали, да? Ну ладно, хорошо. Они думают, они к войне не готовы. Раз они к войне не готовы, они никогда не будут делать все во вред себе. Да, они там будут какие-то спецоперации, может сдерживать себя, но когда они накопят силу, то мало не покажет. Их уже что там, до 100 миллионов доходит, да, на этом населении. А тем более войсково-патриотичное выхование у них на самом высоком уровне. Вот у кого, так это в Исламской Республике Иран. Там не надо мобилизацию, то есть проведи мобилизацию, все придут, строй станут. Никого ловить ТЦК там не надо. Там все сразу придут и решать все вопросы. То есть все это будет сделано. Поэтому, по всей видимости, политическая составляющая, именно в новый президент, который сейчас избран, он смотрит на более глобально, чтобы развить, ну, имеется в виду, война она к чему приведет? К разрухе. А этот пытается там, может быть, заключить договор, ну, сделку вот это по ядерной энергетике, ну, раскрыть, может быть, все, что связано с санкциями, ну и тому подобное, чтобы Иран вышел на международную арену. По всей видимости, я думаю, президент так думает. А верховный правитель, видите, согласился с ним. Согласился. Значит, демократия-то у них есть, оказывается. То есть, если он избрал, значит, верховный правитель религиозно согласился. Значит, это не надо тогда рассказывать, что у них демократия есть. Ну, и своеобразная демократия. Но уважаемых, там уважаемых людей в возрасте, знаниями, авторитет там почитают, а не то, что как у нас, да, идите. Да, это, кстати, очень большая философская, мировоззренческая проблема. И я очень благодарен вам, что вы в том числе на ней сделали акцент. Олег Стариков был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Да, пожалуйста, приглашаю. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.